привезли на техническое обслуживание Stinger Stream STD. Это, так сказать, шоссейный велосипед, семискоростной, алюминиевая рама, жесткая ригидная алюминиевая вилка. Ну уж очень здоровые покрышки. Смотрите, какая резина большая. Я так понимаю, что это где-то 32. Да, 32-я резина. То есть это у нас, наверное, не шоссейник, а уже какой-то гравийник. Огромная передняя звезда, система разборная. Здесь, я не знаю, 48 зубов, скорее всего. Все на турне, и сзади трещотка. Это, в принципе, аналог форварда импульса. Смотрите, как рама обварена в этом месте, где крепятся задние перья. Дисковые тормоза. Подводка к заднему тормозу снизу. То есть будет грязь, пыль набиваться в рубашку. Все такое крепление предназначено под гидролинию, а не под обычную тросиковую механику. Интересный велосипед, легкий, симпатичный, но вот как-то непонятно, зачем такая здоровая резина здесь стоит. Колеса бюджетные, втулки на шариках, хотя это Stinger, обычно они делают такие вещи на промподшипниках. Интересный подсидел, у него два винта, как вот это все тут, я даже не понимаю, как сюда подлезть, чтобы отрегулировать наклон. В общем, немножко необычный шоссейный, псевдо-шоссейный велосипед Stinger Stream STD.